вами Данилка и Толямба. Сегодня мы будем кушать огурчики с молочком, запивая. Их будет пушить, мы опять так же перед школой. Это видео будет вызов принят, кто больше из них съест огурчиков, запивая молочком. Вот, собственно, сейчас я покажу. Вот Тоха, вот, собственно, наши огурчики. И с нами еще сегодня Вадимка. Привет. Опять. Сегодня уже пришел Тоха, не решая свои примеры у бабушки. Тоха молодец. Вот молочко. Вот Вадя. Yeah. Вот огурчики. Вот Тоха. Все, что нужно для нашего турнира. А вот я оператор. Итак, мы сейчас мы достанем огурчики и начнем уже соревноваться, кто кого. Тоха пока не открывай, мы пока съедим вот эти, а потом посмотрим, кто кого. Вот мы не можем открыть огурчики, мы прижали подержать под горячей водой. Сейчас они подержатся, мы откроем огурчики, и Вадимка с Тохой будут кушать. А я как главный оператор буду снимать. Тоха уже что-то жует у меня. Огурчики. Вот мы начинаем кушать огурчики. Вадя начинает первый. Один половина или один огурчик. И запивает молочком. Потом Тоха, потом Вадя. И так пока кто не говорит. Вадя, давай. Вот Вадя берет огурчик. Съедает его. Это не молоко. Давай. Вот Вадя кушает огурчик. У него засовывает кедровый орех. Давай. Запил. Запил сразу. Теперь Тоха берет огурчик, надкусывает и запивает, и так далее. Свой бери. Бери свой вонючий. Тоха может сразу весь в рот залокать, но это, ну, потому что у меня одна банка огурчиков. Тоха запивает. Давай, давай, хавай. Че ты? Че? На своем языке разговаривает. Светит, кстати, солнышко, ну как солнышко, вот видите, как светло, Тоха, одна. Уже, пока мы там вот вот мой котик пришел, моя собачка опять уехала. Барсик. Давай, Ваня, теперь ты надкусываешь и запиваешь. Ой. Я хотел сказать, у меня огурчик во рту застрял. Вот, Вадя, давай сразу запивай. Вкусно? Нормально. Вот Тоха еще. Тоха, экономим молочко и это. Марсик, вот Тоха откусывает огурец. Сейчас запьет сразу, сразу же. Вкусно? Вот Тоха кушает. Сейчас Вадя запьет. А, Тоха уже решил? Сразу весь огурец, Тоха? Да? Вон там Барсик. Вадя, потом тебе пить из нее. Вот Барсик сидит. Давай, Тоха, сразу, сразу, по фасту, по фасту. Фастер. Фастфуд. Тоха съел огурчик. Или нет еще? Тоха съел уже один огурчик, Вадя все еще не съел. Он же полтора огурчика съел. А Вадя одного еще не съел. Сейчас Вадя будет запивать водичкой. Тоха еще раз запил. Давай, Вадя, хавай. Я тоже пока что вот возьму из этой баночки огурчики, хрумку его. Вот они такие красивые огурчики. Вот какой. У тебя малосольные? Многосольные? Угу. Просто лёгкие. Я уже откусил. А чё, молоком не забиваешь? Это для вас, ребят. Вот это для вас. Берите. Тоха берет огурчик. Он не смог взять огурчик. Потому что он лох. А там, кстати, есть чеснок, еще может чеснок поедите. Если ставить молоко. Чеснок очень люблю. Так эконом понемногу. Огурчиков больше. Ну как, и того понемногу. Вкусно. Запил. Здесь уже половина молока. Вадя еще больше половины. Вадя, бери огурчик. Нету. Ты еще свой не доел? Тоха. Доел. Выпивай. Выпивай твой. Это Тоха так выпил. И это тебе странно на вкус огурчики. Не просто как на вкус огурчики, а перчик какой-то. Экономь молоко, Ваня. Да, пытаюсь. Хлебет. А что, только один огурчик съел? Да. Даже я уже два съел. Ага. И то не на видео. Я съел два с половиной. Давай, Вадя. Тебя ждут. Вадя, давай один огурчик съел. Как видите, это молоко. Вот.
Да, а это молоко. У тебя огурцы сладкие. Да, вкусно. Перчик. Вот я еще раз беру огурчик, вот они. Хватит жрать мои огурцы. Достают. Я специально банку принес. Ага, это я принес. Из того погреба. Из того темного-темного погреба. Огурчик. Вадя, что ты не ешь? Я есть хочу. Чтобы Вадя кушал. Кто же выиграет? Я думаю, что Тоха. Я, конечно. А потом, может, будет раунд квашеной капусты с молоком. Тоха, потому что не видит квашеную капусту. Чёрт, ты пошёл? Я лучше вот твой... Вадя, тебе нравится квашеная капуста? Нормально. А только ее ненавидят. Я лучше съем твое радио, чем буду есть квашеную капусту. Мое радио. Давай, Вадя. Давайте тоже начну буду есть огурчики, этот Вадя слишком долго ждать. Так давай, кушай. Не ешь. Сейчас Вадя съест, потом Тоха, вот Тоха берет огурчики. Конечно, маленький. Такой длинный. Ну ладно, будет полтора, будет считаться за половинку. Съем-то. Давай, Вадя, ты сначала доедай, что ты долго жуешь? Вон Тоха уже как вкусно. Надо было еще селедочку принести. Пошли селедочку скинемся и потом еще кто-нибудь из вас молоко принесет. У меня молока нету больше. Ты что делаешь? Там барсик. Давай, Вадя, кушай. И все. Два. Первый, второй огурчик. А Тоха три съел. Что, давайте теперь на скорость по одному огурчику. Сейчас я им достану самые большие огурчики и мы продолжим. Так, ребят, я уже достал два больших огурчика. Ну как больших? Вот этот большой для Тохи, а тот маленький для Вади, чтобы Ваде дать фору, а то он, я думаю, проиграет. Берите огурчики, ребят. Сейчас, Вадя, ты что допил? Молоком? Да. Сейчас я учусь долью. Вадя, зачем ты все выпил? Давай вот один огурчик, молодец. Маленький. Да, с Тохой на пару. Так, раунд. Раунд три. Раз, два, три. Бой. Вадя, у тебя маленький огурчик, ты должен выиграть. Тоха, он какой большой хавен. Вот Тоха. Вообще такая битва напряженная. Кто же победит, кому достанется. Не знаю что, какой-нибудь приз. Пендель под зад. Я проиграю. Проигравшему пендель. Че, Вадя, выиграл? Надо проживать и показать язык. Вон Тохе еще что осталось, а Вадя уже все съел, не запив молоком. Давай, Тоха, молока больше нету. Подавился. Вадя, давай. Ну кто быстрее прожует-то? Кто же быстрее прожует? Напряженная битва в Майнкрафте. Поедание огурчиков. Вот Тоха. Вот Вадя. Жует, сидят. Тоха победил! Тоха, поднимай руки, ты победил. Тоха победил, вон, кстати, мои бабочки. А Вадя проиграл, ему достался почти в два раза меньше огурчик. Я не знаю, может мы сейчас попробуем оттуда достать, собственно, как там его, чеснок и сидят по одной луковинке. Хорошо. Сейчас мы съедим. Куда ты пошел? Давай. Итак, ребята, они не стали кушать чеснок, но это их право, они не захотели кушать. Вадимка там где-то в саде бегает, мы уже вышли из дома, решили уже не снимать там, как выходили. Итак, подписывайтесь на канал, Вадимку ставьте лайки. Вадимку стошнило там бедного, тошнило. Да, когда он вышел на улицу. Меня не стошнило. Тоха все сдержал себя. Всем пока-пока. До скорых встреч, всем удачи, всем пока.